такие кошечки, блондиночки такие, да? Вот такие. Блондинки, да? Ну, песенки поют, мурлыкают, да? Галочка, давай расскажем о себе. В 2014 году меня признали самой красивой кошкой в мире. Я. Потому что знаменитый дизайнер, который тоже любит святых Бирм, сделал первый фотошутинг со святой Бирмой, после чего эту кошку очень сильно прославили. Помимо этого, меня считают самой долгожительницей. На данный момент в Австралии живет святая Бирма, которой уже 35 лет. Да. История обо мне славится. Славится моими голубыми глазами. Я служила в темпле. Я всегда была белая, красивая, пушистая, дворцовая кошка. Я очень гармоничная, люблю порядок, тишину, когда молятся, когда звенят колокола и играют по тибетским чашам. Да? Я люблю практиковать йогу и люблю, когда кто-то тоже практикует со мной йогу. Я не люблю шум и не люблю дворовые разборки, поэтому двор не для меня. Я очень умная и мудрая кошка. А почему мне назвали Святой Бирмой? Потому что один раз во дворце хотели украсть статую богини. А вот какой богини, вы должны мне сами рассказать. У нее были голубые глаза. Один монах, когда разбойники напали на храм, побежал спасать статую и умер. Святая Бирма быстро прибежала, села на монаха, и такое чувство было, что энергия и дух монаха вошел в святую Бирму, и вдруг она стала сиять голубым цветом, и из ее глаз лился голубой-преголубой свет. Люди подумали, что сама богиня вселилась в святую Бирму. Разбойники испугались и убежали. Святая Бирма просидела 5 дней на теле монаха, после чего умерла. А красота и слава всех Бирм жила и живет до сих пор. После этого все святые Бирмы стали иметь голубые глаза. Вот такая ты красивая, вот такая ты красивая, Навочка. Самая красивая кошка на свете, да? Самая святая. Очень любят они, если кто-то в гости приходит, они любят подходить к дверям, встречать людей. Все время всех приветствуют, идут к людям. Если в доме начинаются какие-то такие дискуссии, сразу прибегают кошки и сразу смотрят на тебя и пытаются успокоить. Вообще не шкодливая, не приветливая кошка, очень порядочная, очень чистая. Я их причесываю каждый день, но советуют причесывать это день через день, даже можно и один раз в неделю причесывать.
Я не вижу, что от них очень много шерсти идет. Ну, хотя я уже, честно, за месяц небольшой клубочек намотала. Вот такие вот красавицы. Кстати, лучше всего заводить двое. Они не любят одиночество, они любят, когда кто-то есть дома. Вот. Любят есть кошачью траву. Кормить их надо специальным кормом. Смотрите, чтобы в корме не было большого содержания йода. Они не могут этого переносить. Вот. Любят свежий воздух. Но любят, когда в доме, знаете, есть что-то такое тепленькое, полосики. Это вот для них. Растения тоже любят. Но смотрите, чтобы они их не ели. Валерьянку, кстати, я им давала. Нала, она не любительница таких опытов. А Диего у нас попробовал. Вот. Но поначалу ему так ничего нравилось. Бегал, веселился. Может, вот видео потом вам покажу. А так, в принципе, он сейчас никак не относится к валерьянке. Вот. Но кушать они все время хотят. Все время бегают. Просят. И так очень ласково и спокойно любят целоваться, гладить. Вот Диего прямо у нас все время как ребенок, типа это вот так вот делает. И вот. Так что Свет очень такой красавец.